Grand Rapids Griffins в 2017 году. Это фарм Детройта. Ну, а был задрафтован в 2009 году Атланта Трэшерс, команды, которая уже не существует в Национальной хоккейной лиге. Француз переехал в Виннипег. Итак, выход один на один. Бросок поворотом и гол! Борис открывает счет в матче. Роман Старченко становится автором первой шайбы. Это Егор Шалапов был, вот мы видим. Егор Шалапов между трех игроков трактора отправил шайбу. Роман Старченко смог ее обработать и на скорости вошел в зону челябинской команды, бросил низом, и шайба зашла в ворота Василия.